Уже скоро в Торонто спектакль по пьесе Людмилы Улицкой «Мой внук Вениамин». Пронзительный, яркий, необычный, немного смешной и совсем чуть-чуть грустный спектакль никого не оставит равнодушным. На сцене любимая Лия Хиджакова, Александра Исхентьева, Надежда Лумпова и Глеб Пускипалис. В это воскресенье, 10 апреля, в 7 часов вечера в Метро Торонто Конвеншн Центр. Информация на showonproductions.ca, билеты в русских магазинах, по телефону на экране и на russiantix.com.